Превосходно, чокнутый ученый, превосходно! Взломать систему игры в кальмаров не стоило особых усилий. Прощайте, команда знаки перестанется в прошлом. Я сам вас найду. Я вроде вам говорил. Я скинул координаты. У вас 10 минут, чтобы туда добраться. Время пошло. Вы сейчас здесь? Проверка связи. Как слышишь меня? Слышно? Отлично. Угу. Раз. Проверка связи. Отлично. Так, будьте начеку. Мы в логово врага. Нас не должны ни услышать, ни увидеть. Так вышло, что мы вышли на команду знак. И здесь же, в офисе кальмара, наша основная цель. Капец, нам окружили нас хейтеры. Ой, сотрудники игры в кальмара. Прощайте, друзья. Что ты сейчас сказала? Капец, а я прощайте, друзья. Да нет же, после. Окружили нас? И да, там еще было... Она потом рыдала, и я тоже! Блин, я хотел, чтобы было все красиво, как в фильмах. Ты сказала хейтеры. Ну ошиблась, что ты притираешься? Да нет же, это идея. Мы позволим хейтерам найти нас, и они нас спасут. Точно, начнется стычка, и под шумок мы уйдем. Да. Снимем что-нибудь, чтобы хейтеры нас нашли. Всем привет, и хейтерам тоже, которые нас до сих пор найти не могут. Ха-ха, неудачники! Все, теперь ждем. Времени у нас мало осталось. Босс, я зашел команду знак. Ну-ка. Всем привет, и хейтерам тоже, которые нас до сих пор найти не могут. Ха-ха, неудачники. Главное на связи. Приветствую вас, мои хейтеры. Ваша основная цель — секретный объект. Его держит в анабиозе на этой базе. Ваша задача — найти цель, восстановить цель. И ни в коем случае, внимание, ни в коем случае вас не должны увидеть. До того, как вы восстановите цель, иначе миссия будет провалена. Конец связи. Вы поняли, что сказал босс? Первое, нам надо найти цель. Босс, нам нужны карты. Какие карты, балбес, не перебивай. Стоп, когда тебя бил, мне пришла дельная идея. Нам нужна карта. А на карте мы найдем наш объект. Ну где карту же найти? Чего тебе? Вы как-то говорили, что все карты хранятся в пункте охраны. Вот это башка! Учись у него! Вперед в пункт охраны! Вы побежали. Стой, балбес, куда ты? Казалось же тихо, чтобы нас не заметили. Ты вообще уверен, что мы сюда идем? Смотрите под ноги. Посмотри еще раз запись. Вчерашняя. Она там точно была. Там двое сидят в помещении. Ну как мы их выманим оттуда? Ты стой! Что за шум, Эл? Что там? Они выходят. Коробки! Прячемся в коробке! Быстрей! Давай! Давай! Кого-нибудь! Быстрей! Эй, кто там? Вот, учитесь, приходится делать все самому. Давай, ищи что-нибудь. Ну где ты, карта? Вот! О, отлично! Шеф, но если мы возьмем эту карту, то они заметят, что кто-то ее взял. Ну, пусто же. Чтоб не заметили, ставь лайк!
Все равно заметят, что ну это фигня какая-то полная. Что же делать, что же делать? У меня идея! Я сейчас нарисую новую! Нам надо сюда попасть. Так, все, не подсматриваем. Готово? Как она тут? Что-то кажется мне... Мне кажется, не заметят, наверное. Что ты говоришь? Вон, один-один! Точная копия! Вон, это же лучше! Ты что хочешь сказать? Моя камера хуже? Не-не-не-не! На тебе это... Блин! Что, наверное, показалось? Там крыса! Они возвращаются! Бежим! Уходим! Куда? Давай, куда? Меня... Ты сейчас свет включаешь, идиот, они нас заметят! Ты дурак, совсем что? Сколько раз не лупить? Тихо. Может, сквозняк? Ага, под землей. Надо начальство предупредить. Ладно, начнут эти проверки делать. Надо входить потом весь сектор. Камеры, записи проверяйте. Ладно, уговорил, пошли. Пойдем. Ну чё, продолжаем в том же духе? Идем. Чё с картой? Почему она так криво висит? И куда идти? Может сюда, где большой крестик? Ты чё раскомандовался? Ты чё главный здесь? Извините, босс. Так, пойдем. Вот сюда, где большой крестик. Так, все, пошлите. Чё он ругается каждый раз? Давай помним созвон. Да ладно. Он всё нормально, пойдём. Держись. Помнишь, что нам психиатр говорил? Трава зеленая, солнышко теплое. Думай об этом, пошли. Тут охрана. Да я сам вижу болван. Босс, там камеры. Нас сразу засекут, если мы попытаемся пройти. Точно, надо содержать, надо сделать. Так, ты давай, иди на пост охраны. Есть. Камеры выруби. Ага. А ты придумай, как отключить охранника. Помните, нас никто не должен заметить. Да. Ничего, стоим, давайте, пошли. Дашь команду, когда камеры будут готовы. Хорошо. Ты точно удалил эту запись? Да, удалил. Да, я сейчас сделаю, блин. Что же делать, а? Попробуйте. Как мне вырубить их? Давай. О, коробки. Я хакер. Точно. Коробки! Ну чё? Ой, это чё было? Где? Ты чё меня ударил? Совсем что ли? Блин, ты чё опять меня ударил? Ты чё, совсем что ли? Головой ударился? Да я не трогаю тебя! Ты чё, врёшь? Ты как шокером тебя ударю? Ладно, я понял. Тут ты же. Таймер наставим. Что это такое? Ты чё, блядь? Не понял. Иди сюда! Чужим стоило! Помогите! Ой! Иди сюда! Ушли! Отлично! Сейчас поставлю вчерашнюю запись и перемотка. Готово! Камеры готовы, я возвращаюсь. Где второй? А вот этот ниндзя крадется. Давай быстрее. Вот красавчик. Вы не поняли? А это кто еще такой? Давай вот мутузим. Идиот. Давайте, Света, ты один, вам конец. Да никого нету, он врет, бей его. Давай. Может поможем ему? Нет, может это его план вообще такой. Ладно. Чё, прятался, да, от меня? Я не сделал. Учитесь. Вот это чё.
Че вы сразу не помогли-то? Да не надо! Ты! Мы же вот сами! Что там, босс? Там сало какое-то! О. Снова вытащим. Че за звук? Что за звук? Вы кто такие? Тревога! Тревога! Че стоишь, поймал, у нас ты нас увидит! Иду!